Так, 10 февраля 2018 года, студия «Глобальная волна», Сергей Демкин, профсоюз Союза СССР, студии «Глобальной волны». Идут организационные мероприятия, сбор московской группы. Да. Общее ознакомительное видео для того, чтобы люди понимали, что происходит, как живет глобальная волна. Предоставляем помещение для нужд трудящихся, страждущих и желающих к объединению. Путин озвучил прорывные технологии. Правда, он говорил о медицине, о геноме, а мы говорим об автономной энергетике, новые средства перемещения в пространстве, холодный ядерный синтез. Почитайте в интернете «Глобальная волна», прорывные технологии, если набить в Яндексе. «Глобальная волна» с прорывными технологиями уже на 10-м месте. Путин пиарит «Глобальную волну». Это ему очень даже к лицу, дорогие друзья. Стоп, снято.